Привет всем, друзья! Привет, YouTube! Меня зовут Санек, и я рад вас приветствовать на своем канале. И именно ты, если ты еще не подписан на мой канал, то советую тебе подписаться. Почему? Потому что когда мы наберем половину тысячи подписчиков, то есть 500 подписчиков, мы сделаем конкурс, где главный приз будет 500 рублей. На телефон положу 500 рублей тому, кто выиграет. Поэтому для того, чтобы не пропустить следующие видеоролики и, соответственно, приблизить, так сказать, этот конкурс, советую тебе подписаться на мой канал. Ладно, друзья, короче, выехал я. Сейчас едем мы на Визендор, друзья. Вообще просто не хватает времени ни на что. Я вчера выкладывал видеоролик, выложил видеоролик, ребят, я его делал в 2 часа ночи, потому что у меня уже все спали, я делал этот видеоролик, сидел, потому что времени у меня просто нету совсем никакого. Ладно, друзья, речь сейчас не о моем рейсе, а речь сейчас пойдет о... Короче, рубрика есть такая у меня на канале, интересные истории. Короче, вот этот видеоролик будет из этой самой рубрики. Интересные истории. Короче, ребят, история такая, когда-то года 3 назад, наверное, 4, возили лес с Кимьяра. Вот, Олежка Дроздов, мы работали с ним на КамАЗах, у него КамАЗик был, у меня КамАЗик был. Короче, на Кимьяр рейс, в принципе, рейс недалекий, совсем там от города 100 километров плечо, но эти 100 километров мы ездили, ребят, по двое суток, то есть там двое суток у нас уходило туда-сюда, потому что там настилы, мало того, что там настилы, там еще и пески, ужасные пески, просто там, пока выезжаешь, 17 километров, от Кимьяра до Ясногского перекрестка 17 километров. Ребят, мы за 17 километров, у меня был рекорд поставлен, я отцепил прицеп 5 раз, потому что меня присасывало там так конкретно в этих песках, что ты никак, пока прицеп не отцепишь, ты никак оттуда не выйдешь. А потом уже, соответственно, прицеп. Короче, вот, значит, ездили мы долго. Ну и с Олежкой что-то как-то в один из дней мы выезжали с утра, и одно за второе, как бы что-то разговор зашел, я говорю, блин, спиннинг может взять, а там речушка такая маленькая, ну совсем маленькая речушка, но ее перепрыгнуть можно вообще как бы с большого разбега, такая малюсенькая речушка. Вот, давай, говорю, спиннинг возьму, попробуем покидать, там может что-то поймаем. Он такой, ну давай возьмем. Ну и потом в итоге по делу, как бы, что, раз спиннинг берем, что, может быть, возьмем тогда, говорит, типа, этот, полторашечку пивка с собой, а что там, погрузка долгая, пока нас погрузят, пока поспят, что, по 2 стаканчика пива, посидим, поболтаем. Я говорю, ну давай. Короче, взяли мы с ним пару полторашечек пива. А вот Славик, кстати, тогда еще с нами был, да, Славик с нами поехал, тоже они работали, вот, вместе. Ладно, в общем, поехали мы, короче, остановились мы на речушке, буквально за 3 минуты я там поймал щуренка, где-то в районе килограмма, наверное, может чуть больше. Да, кстати, ребят, вот у нас та самая фотография, смотрите, вот это я стою с этим самым щуренком в руках, вот, ну, мы что, на радостях, я, короче, этого щуренка, значит, вот на кониках есть, куда обвязочный трос наматываешь ленту, там один крюк вверх торчит, один крюк вниз. Вот который вверх торчит, я его за жабру этого щуренка подъехал, подъезжаю на Бракерскую, Женька Бракер там. Я говорю, Женька, пойдем, что покажу, он тоже там рыбак, охотник. Я говорю, пойдем, что покажу, выхожу, я говорю, смотри, на конике у меня щука висит. Он такой, нихера, это где, говорит, ее? Я говорю, вон здесь, недалеко. Он, кстати, потом на следующий день еще ходил, тоже поймал там щуренка, примерно в том же месте. Вот, я говорю, ну что, пацаны, раз такое дело, раз такая пьянка, давайте тогда мы с вами, значит, запечем ее на углях. Короче, я говорю, давай, пацаны, с вас, короче, говорю, угли, делайте костер, чтобы были угли нормальные. Вот, а я пока разделаю ее, я ее, короче, разделал, все, значит, на рогатку ее насадил. Вот, смотрите, кусочек... Короче, кусочек видеоролика вот я сейчас ставлю, смотрите, вот мы вот так вот ее запекали. Запекали мы ее на углях вот таким вот образом. Вот, значит, на бревнышке поставили, запекли щучку, разложились, короче, мы на лесораме, прям на раме машины разложились, все там, огурчики у кого, помидорчики, там еще курицу копченую брали, тут щука запеченная на углях, ребят, такая вкуснятина просто. И все это дело под пивко, там пацаны подходят, офигевают, короче. Вот, значит, ну, интересная была такая, как бы, у нас поездочка, короче, также мы ездили около, там, полторы, наверное, суток мы ездили, вот, посидели, поболтали. Вот такая вот история, друзья, значит, из... короче, можно не просто работать, не просто возить лес, а можно еще и отдыхать в лесу, то есть, тогда в тот день вообще мы отлично провели время. Вот так вот мы запекли щучку, покушали вкусно, вот такие вот дела. Ладно, друзья, в общем, едем мы на Визендор сегодня, значит, сейчас надо будет там загрузиться осиной. Здесь, кстати, вот уже новый асфальт у нас положен, вообще круто. Вот, давно я здесь не был в этом направлении, где-то говорил уже, что 5 смолянок
5 или 6 смолянок подряд я сделал. То есть в это направление я не ездил, я не знаю, ребят, уже сколько, ну давно. Вот, короче, так что такие вот дела. Да, кстати, ребят, у нас теперь, совсем забыл сказать, у нас теперь есть третий человек на машине. Теперь мы на машине работаем втроем. Я, Леха, и еще с нами сейчас работает, значит, Влад. Вот, только вот не могу понять, то ли он мой напарник, то ли он его напарник. Короче, все мы друг другу напарники. Вот, работаем. Работать стало полегче, как бы, ну, то есть побольше свободного времени теперь появилось. В принципе, это неплохо. Вот, есть время уже на более-менее на отдых, то есть как бы можно там и по рыбачке съездить, и поохотиться. Вот, ладно. Так что так, друзья, вот такая вот история, такую вот историю я вспомнил. Где-то на канале у меня уже есть одна история про то, как мы гоняли медведя. Давайте ссылочку я оставлю в описании внизу. Вот, переходите, посмотрите, еще одна похожая история, тоже, кстати, связанная с Кимьяром она. Вот, как мы гоняли на лесовозах медведя. Ладно, друзья, все, на этом, в принципе, все, это все, что я хотел. Это такой маленький, коротенький видеоролик. Сейчас с делами со своими, со всеми домашними разгребусь и будем уже дальше продолжать полноценно писать. Пока просто нету времени даже на монтаж, на более-менее нормальный монтаж. Ладно, все, я поехал, короче, за осиной, буду делать сейчас короткий рейс. Сегодня поздно вечером, после ноля у меня выгрузка, ночью проеду, с утра завтра уже буду дома. Вот, так что так. В принципе, на этом все, ребят. Не забывайте подписываться на канал, ставим лайки, дизлайки, пишем комментарии, хорошие, злые и так далее. Да, будем отвечать, будем читать, все-таки интересно. Ладно, друзья, все, всем спасибо за просмотр. Кто досмотрел этот видеоролик до конца, всем огромное спасибо. Все, кто сейчас кушал, приятного аппетита, ребят. Всем до встречи, всем пока.